Индию накрыл коронавирусный шторм. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Нарендра Моди, комментируя резкий прирост заболевших. Только за минувшие сутки в Индии зафиксировали 349,6 тысяч инфицированных, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Каждые 4 минуты в стране кто-то становится жертвой COVID-19. Официальная статистика гласит, что в Индии каждый день умирает около 2 тысяч инфицированных. При этом декан школы общественного здравоохранения университета Брауна Ашиш Джа в статье для The Washington Post предполагает, что неофициальная статистика может быть выше в 5-10 раз. Местные больницы не справляются с числом пациентов, на всех больных не хватает медицинского кислорода и коек. Как полагают вирусологи, такую вспышку могли спровоцировать новые мутировавшие штаммы – индийский, который также обнаружили в Чехии и Швейцарии, британский и бразильский. Сыграло роль и отсутствие коронавирусных ограничений. Во многих регионах Индии продолжают свободно проводить массовые мероприятия, например, фестиваль Кумбха-мела.